Екатеринбургская духовная семинария приглашает абитуриентов. Прием документов на бакалавриат, в магистратуру и на регентское отделение начнется с 14 июня и продлится до 16 июля текущего года. Вступительные испытания пройдут с 19 по 23 июля. Более подробное расписание вступительных испытаний появится на официальном сайте ближе к началу сроков приема документов. Более подробную информацию о приеме можно получить, написав на электронную почту info@epds.ru либо по телефону +7 343 311 99 40. Екатеринбургская духовная семинария ждет всех, кто решит сюда поступить, кто решит посвятить свою жизнь служению Богу, Церкви и людям.